Так, номер 1221, 10 октября 2021 года. Заходим. Фэм Резиденс Генюк. Так, две карточки у нас есть. Так, сразу санузел. Санузел. Все чисто, все очень пахнет, все красиво, всего очень много. Шампуни, гели есть, мыло, фен. Ой, мне очень нравится. Так чистенько все вообще. Так пахнет. Все новое. Вообще бомба. Так, при входе сразу шкаф у нас есть, зеркало. Вообще номер шикарный, ремонт хороший, все новенькое. Так, и у нас балкон, выход на Трансатлантик. И горы, горы. Симпатично. Мне нравится, я не знаю, вот первое впечатление мне очень нравится. Светильнички какие, как у нас были. Светильнички красивые, постелька красивая. Я не знаю, но мне пока все нравится. Бар, смотри, что бар. Да, кстати, мини-бар. Ну, мы уже посмотрели. Бар бесплатно каждый дополнение. Фанта, пепси, вода, пива нету. Это бесплатно. Чайник, чай, кофе, сахар есть, стаканчики есть, бутылка воды. Очень красиво, я не знаю, очень красиво. Кондиционер. Он сказал, дверь надо закрывать на балкон. А, дверь закрыть надо. Дверь уже закрыть на балкон, и будет все работать. Рисую, что дверь не закрыта. Мне нравится, все чистенько, так аккуратненько. Шкафчик, белый, шкафчик, да, симпатичный. Вообще номер классный. А в шкафчике что у нас есть? И две пары тапочек у нас было. А что у нас в шкафчике есть? Подушка. Еще какой-то плед. Ну, а вообще нереальная жара. Просто нереальная жара. Такой контраст. А тут сейф есть. Да, он сказал, сейф бесплатный. Не знаю, очень красиво. Очень. Мне нравится. Так, друзья, мы поменяли номер. Нам дали номер 1420 на 4 этаже первого корпуса. Вот мы заходим. Здесь такой большой холл. Это номер просто, не знаю, это подарок. Это просто бомба номер. Вот. Вообще огромный холл. Гулять не хочу. Так, сейчас прикрою двери. Ну, вот потом у нас пошел санузел. Тоже большой санузел, кстати. Не то, что там был. Вот и я. Всем привет. Так, моечка. Все с искусственного камня сделано. Так, унитаз. Душек. Полотенца висят там, полотенца висят здесь. Раненомыльные всякие есть, полно. Полно что-то еще какое-то. Зеркало, фены. Подсветочка прикольная, мне нравится. Так, бумажка туалетная. Ну, слушай, на туалете вообще площадь фу-ху-ху. Да, сейчас Оксана точно. Сейчас снимаю обзор, подожди. Вот, здесь полно места, чемоданы поставил. Супер, вообще супер. Ремонтик такой шикарнейший, обои, блин. Не, ну хорошо сделано. Что говорить, что хорошо. Очень все. Свежая, все модная, полного. Стильная вообще, когда. Телефоны, тут какое-то панно с цветочками. Кровать, настоящая двухспальная кровать, слышишь, не то, что там с половиной... Не сдвинутая? Нет, настоящая двухспальная. Тебя так это удивляет, как будто бы ты никогда не спал на двухспальной? Нет, в отелях они обычно подсовывают тебе две сдвинутых кровати.
Там очень классный номер. Куча очень подсветок. Ну, вот снимаю сейчас со стороны балкона. Получается вообще шикардос. Телевизор, ну и кто его будет смотреть, не знаю даже. Вот зеркало такое большое. Обалдеть. Ну, короче, мне все нравится. Четко все нравится. Стол, стул. Мини-бар. В мини-баре есть. Вон. Спрайты, фанта, кола, вода. Короче, все есть. Ну, кровать зачетная, вообще номер зачетный. Это последний этаж. И самое интересное, это выход на балкон. Балкон у нас тут не маленький, скажу так. Он метров, наверное, 6 в длину. И вид у нас на море, на басик. Сейчас пасмурная погода, это уже вечереет. А так вообще класс. Пальмы эти все, вау, вау, финики висят. Обалденно. Я еще засниму это все когда при солнце. Ну, ну зачетно, очень зачетно. Недорого, немножко денежки заплатили и все. Вау. Крыша, натуральная черепица. Мы выше всех. Ну что сказать. Фэм — это есть фэм. Респект и уважуха. Пойдем еще на ужин сходим сегодня, посмотрим, что там дают, чем кормят. Но мне пока очень нравится. Очень. Так что, ребят, до встречи. Покажу дальше то, что будет дальше. Вот, на номер сказка. Все, давайте, до встречи.